Внимание, посадка. Добро пожаловать. Да, все круто было. Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Плазма, все горело. Нам было это все весело и задорно, на самом деле. То есть, когда парашют выстрелился, начало немножко так вот трясти, но, опять же, чувствовали себя как на хорошем аттракционе. На самом деле, у меня немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней – это много, а уже вот когда уже это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться.